Сегодня прошел 9-й пленум Центрального совета экологической партии Узбекистана. В работе пленума приняли участие члены Центрального совета партии, депутаты Законодательной палаты Али Маджлиса и местных кенгяшей народных депутатов, руководители территориальных партийных организаций, активисты партии. В ходе пленума обсуждены задачи, обозначенные в послании президента Али Маджлису, стоящие перед экологической партией Узбекистана и ее фракцией в Нижней палате парламента на 2021 год, поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. В программной речи главы государства отмечено ухудшение экологической ситуации как в регионе, так и во всем мире, а также подчеркнута необходимость активизации усилий для смягчения последствий, вызванных Аральской катастрофой. Участниками рассмотрен и организационный вопрос. Камиль Таджибаев освобожден от должности председателя исполкома Центрального совета экологической партии Узбекистана по состоянию здоровья. По предложению членов Центрального совета партии и региональных парторганизаций на этот пост выдвинута кандидатура Нарзулы Абламуродова. Он избран председателем исполкома Центрального совета экологической партии. Опираясь на задачи послания, пленум определил в качестве приоритетов дальнейшее совершенствование экологического законодательства, укрепление здоровья населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Особый акцент сделан на том, что охрана окружающей среды должна быть обязанностью не только государства и общества, но и каждого гражданина. В этом контексте говорили о необходимости усиления общественного контроля и других важных аспектах.